Корабль, который причалил к побережью Анапы. Таким архитекторы видят будущий новый терминал аэропорта города-курорта. Одной из изюминок здания станет открытая терраса. Еще одна изюминка – это там летняя зона, которая обязательно появится. Это вот тоже аналогия с кораблем, как верхняя палуба. Вот, считайте, что так. Поэтому, значит, достопримечательностей у терминала будет. Будущие арендаторы разрабатывают интерьеры, исходя из общей концепции, которая, в свою очередь, должна соответствовать месту. Анапа – это песок, это дети, это как бы такое семейное, яркое солнце, да. Яркое солнце, по-моему, наибольшее количество солнечных дней в году, да, то есть вот хорошая команда, поэтому все вот это мы будем стараться отразить. Аэропорт обещают сделать, с одной стороны, уютным, а с другой стороны, он должен быть интуитивно понятен, как современный гаджет, даже тому, кто здесь впервые. Тестировать среду планируется с участием добровольцев. Свои предложения подают все работники аэропорта, в том числе происходится опрос пассажиров, что бы они хотели видеть в новом терминале. И вот эти все предложения обобщаются, и потом уже дизайнерам будут даваться на утверждение, так сказать, и доработку. Так сегодня выглядит строительная площадка. Однако специалисты говорят, что впечатление может быть обманчивым. На деле выполнена пятая часть от общего объема работ. Ожидается, что первых пассажиров новый терминал примет уже в конце текущего года. Очень радует, во-первых, что мы первые из Краснодара, Геленджика. То есть на нас обратили внимание, как на федеральный детский курорт. Мы очень рады, что вложили в инвестиции около порядка 1,5 миллиарда рублей. Мы очень благодарны, что у нас будет такой красивый, современный, новый комплекс. Это вокзал, это лицо. Министр транспорта России Максим Соколов, который сошел с трапа фактически на церемонию закладки первого символического камня, дал понять, что он ляжет в основании инвестиционной привлекательности территории. Это позволит эффективно обслуживать и с большим комфортом всех прибывающих пассажиров и таким образом увеличить не только привлекательность курорта, но и инвестиционную привлекательность всего этого района Краснодарского края, куда прилетают не только туристы, но и многие бизнесмены. Поэтому старый, будем говорить уже, он входящий в прошлое старый терминал, он будет принимать рейсы бизнес-авиации, международные рейсы. И таким образом вся инфраструктура будет задействована в полном объеме. После расширения пропускная способность аэропорта увеличится более чем вдвое. Власти Краснодарского края надеются, что пассажиропоток также вырастет в 1,5-2 раза, примерно до 2 миллионов человек в год. Власти Анапы полагают, что все предпосылки для этого есть, учитывая растущую популярность российских курортов.